Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами я, Максим Беганов, тромбонист. И сегодня я хотел бы вам рассказать и показать некоторые фокусы, трюки и приемчики при игре на тромбоне. В общем, у каждого инструмента есть свои трюки, свои фокусы, свои приемы. Вообще музыканты такой народ, что им мало тех звуков, которые уже заложены в их инструменте. Им все время они находятся в поиске, им все время надо найти какие-то новые, необычные звучания. Вот, например, мой хороший друг Игорь И, он просто великолепно стучит ладошками по задней части своего контрабаса. Но для тромбона это слишком просто было бы, хотя можно, конечно, и по нему постучать. Мы оставим этот прием для контрабасистов, иначе им вообще ничего будет показывать приличным людям. А у тромбона есть масса своих интересных находок в звуке. Вот, например, я вам сейчас буду рассказывать историю и иллюстрировать ее разными звуками. Мы с вами отправляемся на паровозе из Москвы к моему другу Игорю И. Почему надо к нему ехать далеко? Ну, потому что он совсем недавно еще был москвичом, а тут приобрел квартиру, и теперь к нему можно добраться только на паровозе. Итак, отправляемся. Вот мы набрали скорость, сели поближе к окошку и смотрим, что там за окном. А за окном проплывают поля, а на полях... пасутся коровки. Проехали мы поля, едем дальше, и параллельно нашей железной дороге идет автомобильная. И тут... обогнал. Теперь мы можем спокойно расслабиться, лечь на полочку и подремать. Вот так незаметно мы добрались до дома Игоря И. А дом у него стоит на опушке леса. А в лесу бабки-ёшки на ступах и метлах летают. Вот такая вот история. Ну, на этом фокусы тромбона не заканчиваются. Еще на тромбоне считается, что это одноголосный инструмент. Одновременно можно взять только один звук. Ничего подобного. Вот смотрите. Прием. Но, правда, есть не маленький фокус. Я одну ноту играю, а вторую пою. А еще называется следующий прием перманентное или цепное дыхание. Я дую одну нотку, и когда у меня кончается воздух, я дышу не животом, а щеками выдуваю воздух. Одновременно выдуваю щеками, носом беру дыхание. Thank you.
это может продолжаться очень долго, пока не упадешь. Ну, в общем, вот такие приемчики. И в завершении нашей встречи я хотел бы вам сыграть одну мелодию. Меня часто спрашивают, почему вы не играете на своих уроках. Сейчас сыграю. Мелодия называется «Kiss me once and kiss me twice and kiss me once again». Спасибо, было очень приятно с вами вновь встретиться. Не болейте, хорошего здоровья, до свидания, до новых встреч.